Всем огромный привет! Сегодня готовлю творожную запеканку «Вкус детства». По этому рецепту запеканка получится у всех вкусной точно и не осядет, а если осядет, то совсем немножко. На вкус она просто бесподобная. Я сама съела сразу 3 кусочка и хотелось еще. Рекомендую приготовить. Нет, не рекомендую, а даже настаиваю приготовить. Для начала сварим манную кашу. В кастрюлю наливаем 350 мл молока. Ставим на огонь и доводим до кипения. Как молоко закипит, добавляем 150 грамм манной крупы и варим до загустения. Каша должна получиться очень густой. Теперь дадим ей полностью остыть. 4 яйца разделим на белок и желток. Белки вливаем в миску и взбиваем миксером. Как начнет образовываться пенка, добавляем 50 грамм сахара и взбиваем до стойких пиков. Мне требуется по времени 2-3 минуты. Отставим в сторонку. В другую миску кладем охлажденную манную кашу. Добавляем 500 грамм творога любой жирности. Добавляем 4 желтка. Пробиваем блендером до однородности. Добавляем сахар по вкусу. Я добавляю примерно 30 грамм. Если любите послаще, можно добавить побольше. 1/3 чайной ложки соли. И взбиваем миксером до пышности. 1-2 минуты. Теперь добавляем взбитые белки постепенно и перемешиваем. Осторожно лопаткой. Берем форму, у меня диаметр формы 22 см, смазываем маслом, переливаем творожное тесто. Равномерно распределяем и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах до зарумянивания. Мне требуется 35-40 минут, ориентируйтесь по своей духовке. Очень нежно и вкусно со сметаной. Хочу отметить, если вы не любите манную кашу и боитесь, что здесь будет привкус манной каши, то не бойтесь, привкуса манной каши нет. Все вместе превращается в нереально вкусную творожную запеканку. Чтобы понять, нужно попробовать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!